Есть один человек в России, который меня сильно беспокоит. Антиквар. Антиквар заплатил фальшивками. Это уже дело чести. Да, учитель? Нам нужен скрипач. Вот его условия. Если я правильно понял, его надо направить в последний путь. Ты смышленый мальчик. Залеты будут. Решим вопрос на высшем уровне. Двойников Вала. Сказка, да. Банкет. Банкет. Про мои 30% не забыл? А вот этого молодого человека мы, пожалуй, возьмем. Что-что? Спецпроект? Кто? Центральная роль? Михалков. Ух ты! Вам нужно изобразить респектабельного человека. Респектабельный! Ну, придурок. Это случайно не Пупок Продакшн снимает? Нет, это строго засекреченный спецпроект. Раз, два, три, начали! Ах, белиссимо, белиссимо! У артиста, если он взял костюм и реквизит, все должно стрелять. Бах! Вот это да! Вот это экшен-триллер, блокбастер! Это камеры, камеры везде здесь скрытые, скрытые, скрытые. Да он неубиваемый, он горец какой-то. Что ты имеешь в виду, Агадий Михайлович? Так, а звук? Звук как, на пушку поймают? Да, тебя поймают на пушку, вот так будет звучать. Он дефективный. Шеф, повторите. Все, будем его кончать. А ты че? А ты че? Будешь театр? Что? Будешь искусство? Сан Саныч, позвоните. Оп! Нет. Я не сказал. Кончать. Не все в порядке? А когда это у нашего Венечки было что-то не в порядке? Это точно. Ну что, шоурумен, ты все понял, а? Понял, понял. Ну и что ты понял? Что понял-то, а? Что, пора уходить из шоу-бизнеса? Не бойся, Катя, я везунчик! Стой! Стой, детективный! Забудью нафиг! А что за проект? Парень из Голливуда. Как? Ты не любишь животных? Я не люблю баранов, а животные они или люди. Молодцы, мужики, с вами интересно работать.